Alpina B6 серии F является третьим поколением высокопроизводительных автомобилей класса Gran Turismo, изготовленные немецким автопроизводителем Alpina. Представленный на токийском автосалоне 2011 года B6 был основан на базе BMW 6 серии и был вначале доступен в вариантах кузова купе и кабриолет. Причем последний был представлен на франкфуртском автосалоне 2011 года. Третий кузов-седан, Гранд Купе, был представлен только в 2014 году. B6 строился на базе BMW 650i и использует модифицированную версию двигателя N63 V8 с двойным турбонаддувом, получившего нового обозначения M2-1. Двигатель был улучшен за счет добавления новых турбонагнетателей с модифицированными турбинами, электронного блока управления Bosch MEVD 17.2H, новых поршней Mali и более крупного промежуточного охладителя. Эти модификации позволили двигателю развивать 540 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель кабриолета B6 развивал в общей сложности 507 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF с дополнительным дифференциалом повышенного трения и режимом ручного переключения, называемым Sport Shift, который позволяет водителю переключать передачи с помощью кнопок, расположенных на задней стороне рулевого колеса. Выхлопная система представляет собой титановый блок от словенской фирмы Акропович с четырьмя выхлопными трубами и перепускными клапанами с электронным управлением. B6 имеет аэродинамический комплект, который включает в себя передний спойлер из углеродного волокна со встроенным передним сплиттером, а также интегрированный канал охлаждения тормозов NACA, задний спойлер и задний диффузор. На автомобиль устанавливают 20-дюймовые классические многоспицевые легкосплавные диски Alpina с шинами Michelin Pilot Sport размером 255 на 35 спереди и 295 на 30 сзади. Подвеска состоит из амортизаторов с электронной регулировкой, называемой Drive Performance, и активной стабилизацией крена, называемой Dynamic Drive, со специальным программным обеспечением Alpina для управления системой. Автомобиль имеет 4 режима движения – Sport, Sport Plus, Comfort и Eco. В стандартной комплектации автомобиль имеет кожаную обивку салона «Лавалина» и отделку из «Мирта». Интерьер украшен логотипами и эмблемами Alpina, а также дверными порогами с подсветкой, панорамной крышей, датчиками Alpina, регулируемыми спортивными сиденьями с вентиляцией, подогревом задних сидений, системой помощи водителя BMW, включающей в себя активное обнаружение слепых зон, и спортивным рулевым колесом. Программа настройки интерьера Alpina была эксклюзивной и только для Европы. Купе и кабриолет B6 были заднеприводными, в то время как появившийся позднее Гранд Купе оснащалась полным приводом. Купе и кабриолет B6 могут разгоняться от 0 до 100 км в час за 4,5 секунды и развивать максимальную скорость в 320 км в час. Хотя независимые испытания показали, что максимальная скорость была выше заявленной и составляла 328 км в час, что делало его быстрее, чем BMW M6 в том же кузове. Гранд Купе на независимых испытаниях показало время разгона от 0 до 100 км в час за 3,8 секунды. Четверть мили автомобиль проехал за 12 секунд, а максимальная скорость составила 319 км в час. Результаты Alpina B6 Гранд Купе оказались немного хуже, чем у BMW M6 Гранд Купе. Но зато у B6 было более роскошное оснащение. А теперь самое редкое и интересное – Alpina B6 Edition 50. Представленный на Женевском автосалоне 2015 года Edition 50 представлял собой ограниченный выпуск B6, доступный только в кузове купе и кабриолет.
Edition 50 имеет модифицированную версию двигателя V8 с двойным турбонаддувом и рабочим объемом 4,4 литра, который устанавливался на стандартный B6. Он имеет максимальную выходную мощность в 608 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту и 800 ньютон-метров крутящего момента при 3500 оборотах в минуту. Это был самый мощный двигатель, когда-либо строившийся в Alpine. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF имела дифференциал повышенного трения, входящий в стандартную комплектацию. Edition 50 имела облегченную на 17 кг титановую выхлопную систему Акропович и 20-дюймовые кованые многоспицевые легкосплавные диски, созданные специально для этой модели, что позволило снизить вес еще почти на 15 кг. Edition 50 был доступен только в классическом синем и зеленых цветах Alpine с опциональными полосами на боках. Салон был обит кожей Napa зеленого и черного цвета с контрастной желтой строчкой и керамической отделкой на центральной консоли, отдающей дань уважения B7S Turbo 1982 года. У Edition 50 на дверных порогах из нержавеющей стали была подпись основателя Буркарда Бовендибена. На машине также имелась табличка с указанием серийного номера одного из 50 произведенных экземпляров. B6 Edition 50 может разгоняться от 0 до 100 км в час за 4,3 секунды. Купе может развивать максимальную скорость в 328 км в час, а кабриолет 327 км в час.